Всем-всем-всем добрый вечер. У нас уже ночь, как видите. Время 10:30. Ну, а я маленьких уложила спать и решила заняться делом. Вы видите, сейчас мои цветочки цветут и радуют меня. Прям вообще классно. Я всегда радуюсь, когда на кухне их вижу. Чем буду заниматься? Как вы знаете, я варила холодец. Сейчас буду вот эти косточки отбирать от мяска, нарезать и буду делать холодец. Также сегодня мне детки нарезали, ой, начистили чеснока. Только попки ничего не отрезали, но это уберем все. Вот факт то, что Оксаночка, Мариночка и Ванюшенька мне сегодня чистили чеснок. Молодцы они у меня. Маме помогают. Ну, а я сейчас приступаю, сейчас все разделаю и покажу вам. Так, перебрала я все мясо. У меня получилась такая большая миска. Тут бульон остался, его процеживать буду. И вот такая тарелка. Большая, да, достается Тайсону. Завтра вынесем ему. Будет у него пир. Кто за Тайсона любит, тот, наверное, рад, да? Так, дальше. Теперь мне надо натереть чеснок. И будем дальше потом делать с вами холодец. Сейчас буду тереть чеснок. Так, я уже потерла чеснок. И мясо тут у меня уже готово. Этот чеснок весь вылаживаю. Выкладываем. И надо все это перемешать. Чтобы лучше перемешать, я бульон процежу. Оно, когда пожиже, оно будет лучше перемешиваться. Сейчас нам все это надо хорошенько перемешать. Также я сюда добавлю смесь перцев. И все хорошенько перемешаем. Я уже приготовила емкости, по которым я буду разлаживать. У меня, оказывается, не хватает контейнеров, поэтому что есть, то и будем раскладывать. Нынче меня муж попросил делать не сильно густой. Сейчас разложу и будем заливать. Дальше, вот после того, как мы разложили, мы будем заливать жидкость для холодца. Но все это буду я пропускать через ситечко. Вот таким вот образом. Чтобы, не дай Боже, никакая косточка не попалась. Потому что у меня маленькие детки тоже будут кушать холодец. Итак, заливаем в каждую миску. Жидкость мы разлили. Теперь нам на каждую порцию хорошенько размешать.
Сейчас все их размешаем и убираем в холодильник до полного остывания. И потом можно кушать. Напишите, пожалуйста, как вы делаете холодец. Мне тоже будет очень это интересно. Может, где-то я немножко изменю так рецепт свой. Ну, вот такой вот холодец делала всегда моя бабушка. И она всегда делала вот в таких вот железных мисках. К ней придешь, а у нее вот такая вот миска с холодцом стоит. Очень-очень вкусный холодец у нее всегда получался. Ну, вот от бабушки научилась вот таким образом делать холодец. Все, теперь убираем в холодильник. Всем, кому понравилось, не забывайте поставить лайки, подписаться на наш канал. Ну и всем говорю на этом пока-пока. Всем доброе утро. У нас время 11 часов. Ваня с Мариной проснулись уже, остальные, ну вот Егор еще проснулся, остальные спят. Я его разогрела уже покушать. Да, я им... Так они вчера все по маленькой порции ели, я им оставляла. И они кушают теперь. Остальные еще спят. Ладно, я сейчас себе сделаю кофе и будем чем-нибудь заниматься. Всем желаю хорошего дня, всем желаю всего самого хорошего. Оставайтесь с нами и всем всего самого хорошего. Всем еще раз здравствуйте. Здесь, как вы видите, у меня Ваня с Мариной решили порисовать. И я поняла, что у них все карандаши затупились и немножко. Я решила их поточить. И вот таким вот образом Ваня тут прыгал, скакал. Ну, а я поточила все карандаши. Они у меня любят рисовать. Я часть карандашей всегда убираю, а часть даю им рисовать. Вот когда эти закончатся, потом достану другие. У нас запасы карандашей пока, слава богу, имеются. Спасибо большое всем, кто присылал карандаши. Мы покупали много, дети выигрывали. И они вот любят разными рисовать. Всем желаю приятного просмотра. Ну а теперь я решила перебрать чистое белье, пока Ваня, Марина и уже Оксана рисуют. Ну а там, как вы видите, пледиком укрылась от света. Она не хотела, чтобы ее было видно, поэтому вот так. Переберу сейчас все белье, разложу по шкафам и все. Ну а здесь я решила уделить минуточку и своему хобби. И повышивала буквально одну ниточку. Я иногда вот так вот, когда хочу отдохнуть мыслями, сажусь, одну ниточку повышиваю на своей иконе. Кстати, сегодня я ее уже завершила. Фотографию я вам ставлю. У нас, ребята, вечер. И к нам пришли гости, поэтому я ничего не снимаю. Но вот хотела показать, на какой стадии у меня моя иконка. Вот, видите, осталось совсем немножко вышить. Надеюсь, сегодня уже завершу. Я не хочу там сидеть с гостями. Там муж сидит, я не хочу. Поэтому сижу здесь в комнате и вышиваю потихоньку. И смотрю рукодельные каналы. И вот так вот у меня уже все вышилось. И скоро поэтому будем стирать и оформлять вместе с вами. Скоро вот помоют родственники, помоются, потом буду маленьких мыть.
Ну и потом, когда они уже уедут, я вам покажусь. Поэтому пока вот так вот. Пока сижу дальше вышиваю. Вот такой вот, ребята, у меня был сегодня день. У нас время уже 11 час. Всем желаю всего самого хорошего. Мы уже помылись в бане. Я сейчас сяду и довышиваю чуть-чуть. Осталось вышивку. Ну, тут буквально 3 ниточки и готово будет. Всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю спасибо огромное. И всем пока-пока.